Звук удара, скрежет и запах газа. Так вечером выходного дня жители улицы Новой в поселке Родники поняли, у них произошла чрезвычайная ситуация. Подробности в первом материале выпуска. Вчера, 5 ноября, в районе произошел пожар, в результате которого погиб человек. Днем на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Первомайском по улице Лесной. К месту вызова прибыли добровольная пожарная дружина Первомайского сельского поселения, дежурный караул пожарной части станицы Рязанской, представители ГУИЧС, следственно-оперативная группа и скорая помощь. Кстати, еще до приезда огнеборцев, увидев дым, идущий из-под крыши дома, одна из соседок попыталась спасти хозяина дома, пожилого мужчину. Я забежала. Дыму было много, я стала сперва искать дедушку. Дедушки на диване не оказалось. Я взяла воды, сколько было, залила очаг, который в комнате горела около печки, между, ну, в общем, в детской комнате. Я залила и стала опять деда искать. Не нашла я его, он лежал на полу, оказывается. Увы, спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность дымохода. Еще один пожар в поселке Первомайском произошел 24 октября в 10 вечера. В частном доме на улице Казачьей в тот момент находилось 4 человека, в том числе дети. К счастью, вся семья успела вовремя покинуть опасное место. На вызов выехали подразделения пожарных частей станицы Рязанской и села Великовечного. В момент прибытия первых огнеборцев произошло обрушение кровли. Задачей пожарных было не только потушить огонь, но и не дать ему распространиться на соседние жилые дома, чему способствовал сильный ветер. В результате огнем была уничтожена крыша дома и 3 жилых комнаты площадью 90 квадратных метров. По счастью, в пожаре никто не пострадал. В тот же день в поселке Заречном на улице Клубной загорелась хозяйственная постройка. На месте первой оказалась пожарная дружина Белореченской воспитательной колонии. Через несколько минут прибыли подразделения 27-й пожарной части и аварийно-спасательное формирование города. В результате своевременных и оперативных действий было предотвращено распространение огня, который угрожал жилым постройкам, находящимся по соседству. Причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае возгорания звоните по телефону 01 с мобильного 010.